Привет всем! Показываю уцененные оставшиеся сумочки. Уценилось кое-что. Значит так, у нас лавровый лист, которая большая Даксбери, Large Даксбери, которая стоила 295 и которая стоит сейчас 280. 295-280. Уценилось. Элиза коричневого цвета, бронзовая, так я ее немножко называю, значит, чтобы цвет определить. 370 сейчас стоит, стоила она 395. Все Элизы, ой, не Элиза, Селия, извиняюсь, Элиза больше, Селия, господи, Селия. Все Элизы и Селии, они по одинаковой цене, хотя Элиза больше. У Элизы вот здесь вот бока больше, шире, да, так она немножко... Болки, говорят на английском, то есть такая, ну, такая надутая такая, расширенная. Значит, все Элизы и Селии вот этой модели, они стоят 395, то есть 5 долларов, 400 долларов минус 5 долларов, они стоят по такой цене. Ну и вот она сейчас уцененная, была она 395, как я сказала, сейчас она 370 долларов. Так, вот такая вот красотища, ручка у нее. Она так, ну, там трехотдельная, да, три отделения. Ну, вот там этот самый посередине, закрывается замок, одно отделение посередине. Значит, девочки, быстро видео делаю, потому что некогда. Значит, посмотрите подробности, я ее там кручу в прошлом видео, которое было недели три назад, да, ну, последнее. Так, также и большую Даксбери. Посмотрите лавровый лист или наберите в поисковике на моем канале лавровый лист, и они вам выскочат. Это цвет лавровый лист. Значит, еще раз, 295 она была, 280 стоит сейчас. Лавровый лист. Вот. Так, она на ножках. На ножках. Так, а Селия, и Селия она на ножках, вот такие вот ножки. В принципе, удобно, что не на коже становится сумка, да, а есть ножки. Вот, вот такая красота. Так, так, открывала, показывала много раз, ручечки как карандашик вставлен, как я говорю, и говорить люблю. Это тоже как карандашик вставлен. Вот у Элизы немножко потолще ручки, поскольку она большая, вот здесь вот больше, да, чем Селия. У Селии немножко вот здесь потоньше ручки, поизящнее. Но они классные. Их очень удобно держать. Я такие вообще люблю на сумках. Вот. Так, идем дальше. Уценилась. Уценилась лунообразная лавровый лист сумка. Я себе такую оставила. У меня такая есть. Может, уже видели, я там хожу с ней. Это самое... гуляю. Значит, что мне в ней нравится? У меня помещается длинный кошелек. Вот такая вот не очень она, то есть не сверху открываешь, знаешь, как-то так, а вот так вот вроде бы легче открывать. Ну, такая она стоит. Вот. Ничего, так она меня устраивает, в принципе. Теперь его одежды такой зим. Она, я ее на зиму здесь во Флориде себе оставила, значит, то есть у меня много зимней одежды, там и зеленым отливом такое есть, знаете, и к черному она подходит очень хорошо. Вот, в принципе, расцветка мне нравится, я вам даже их как-то показывала в магазинах, еще тогда, как они только появились, вот, месяца когда, там, три назад, два назад, и я вам говорила, говорю, вот этот цвет мне очень нравится. А, да, у нее же большой карман, сюда телефон, сюда что-то, значит, все билеты, все, что рядом. То есть наружный карман есть. Я очень люблю наружные карманы, потому что не надо открывать сумку и засовывать туда то, что ты не хочешь спрятать. Да? От людей, от воров и прочее. От воров. От воров. Так. Значит, это у нас лунообразная сумочка. Цена. А цена где? Сейчас я найду цену. Вот она цена. Цена 100... Ой, господи, извиняюсь. 210. Была она 225. Стала она 210. То есть сейчас 210 долларов. Так, плюс пересылка, безусловно. Я не успеваю, повторяю вам все время. Уже девочки некоторые не понимают. Цена, озвученная в видео, плюс пересылка. Это у нас Хиллари. Хиллари была 200, да, уже два раза уменьшилась цена. 225 была, потом стала 210. Теперь она 205. Хиллари сумка, цвет пекан. Молния утопленная здесь вниз. Я ее в видео показываю, в последних видео каждый раз. Вот, поднимайтесь от сегодняшнего дня или опускайтесь наоборот, да, в YouTube ниже и смотрите. Так, и смотрите сумку там подробнее, может быть, я их кручу, да? То есть кручу-верчу. Вот, это сумочка Хиллари.
Вот. Так, уцененная два раза. Ручки у них длинные, не беспокойтесь. Я на что уж высокая, поэтому я запросто с этой хожу. А у Хиллари, наверное, даже длиннее ручка. Надо будет померить сейчас. Да, у Хиллари немножко ручка подлиннее, ну вот так вот, там сантиметра может быть на 4, вот так вот подлиннее. Но выше можно сделать короче, потому что девушкам, которые невысокие, конечно, надо покороче делать. А еще как носится, если на плече просто, это одна длина, если по диагонали, то надо увеличить длину, да? На плечо просто кто носит? Ну, у кого плечи такие широкие, мощные, мощные плечи, держится сумка, не падает, да еще смотря какая одежда. Если что-то какой-то скользкий плащ, так иногда замучаешься, да, поправлять на плече. И приходится переодевать, ну, по диагонали, да, сумку на тело, на туловище. Так, сказала лунообразную, сказала Хиллари. Сумочка Вида, маленькая, которая с карманчиком наверху, тоже уценилась. Значит, она была 210, сейчас она стоит $200. Так, это сумочка Вида. Маленькая такая, как такой, ну, такой большущий кошелек, да, только на веревке, так скажем, да. Такая, ручки все отстегиваются, знаете, да, если куда-то идти в ресторан, то вот так взяла в руку и пошла, как складчин, да. То есть, как раз она и подходит, и без ручки, потому что ручка будет мешать и портить ваше вечернее платье, вечерний ваш вид. Вот, получится, как клатч несешь, да. Вот, значит, сумочка Вида, карманчик есть, я их открывала, показывала тоже, вернитесь в прошлое видео, вы их увидите. Вида стоит $200. Идем дальше. У Виды есть карман же наружу, да, показала? Карман наружный тоже, который я люблю. Так, и вот так вот она по размеру с лунообразной зеленой, лавровый лист, и вот так она по размеру с Хиллари. Ну, с Хиллари ее сравнивать нельзя никак, потому что они намного меньше, потому что у них дно никак не сравнишь, потому что Хиллари такая толстомясая, конечно, по сравнению с ней, да? Вот. Так, это Вида, которая с карманчиком, с замком, с молнией наверху. Это Хиллари, это наша лунообразная. Вот такие вот они по дну. По дну. Так, это у нас Эверли. Эверли сумка, которая трех. Она похожа на бочонок, на Марго немножко, потому что у нее там три отделения. Так. И Эверли. Эверли была 225, потом уценилась 205. Теперь она 195. Очень хорошо она ушла на уценку. Сумочка Эверли. Три отделения. Небольшая она такая, похожа на бочонок. Еще раз повторяю. Наверху есть у нее карман внешний. Вот такой. И вот такая вот она с клапаном. Ну, вообще все эти сумки, как-то я их называю, с клапанами, да? И три отделения. Видите, на замке в середине отдел. Очень удобный. Тоже вернитесь назад. Кто только, может, подписался или первый раз смотрит, что я их кручу и раньше. То есть вы там, может, ее рассмотрите получше. Вот, идем дальше. Вот одна осталась. Уже купили две осени побольше размером. Большего размера купили. Маленькая осталась. Это у нас Мерлей, да? Мерлей они называются, эти сумки. Значит, просто у нее здесь этот самый на магните, этот самый закрывашка. Это просто украшение, брамин логотип сверху. Вот, и она в открытом виде. Я в них тоже ходила и на пляж, и на всякие магазины. Кошелек у меня большой вот так вот торчал. Когда не хочу, чтобы торчал маленький, лежал. Ну, понимаете, это маленькая сумочка. Значит, тоже по диагонали через плечо. Ручка очень длинная. Значит, и цвет у нее осень. И у этой осени цена 135 была, она 145. И в прошлом видео она 145. Сейчас у нее цена $135. Плюс пересылка, еще раз говорю. Это средняя Даксбери, я ее, по-моему, показывала или нет, в прошлый раз не помню. Значит, средняя Даксбери, 275 она стоит. Даксбери, просто Даксбери называется, я ее называю средней, потому что та зеленая, которая лавровый лист, была large Даксбери, большая, да? Это средняя Даксбери, была у меня маленькие Даксбери, small Даксбери, уже проданы. В прошлом видео были. Значит, что хотела сказать? Не помню, показала ее или нет, может, и показывала. Но тоже с... на гвоздиках. Очень популярная сумка, вот эта вот средняя. Вот одна из самых-самых популярных. Вот она простая такая, ничего у нее особенного нету. Длинная ручка пристегивается, отстегивается, как я говорила. Одно отделение. Везде, везде, во всех видео они есть. Карманчик у них такой не очень широкий, но телефон влазит.
Вот. И ручки, опять же, вот такие карандашики, да? Вот. И, ну, популярная сумка. Да, кстати, вы ее видели много раз и можете посмотреть. В любом видео они у меня проскальзывали, были и цвета жареный, да, ну такой светлый. Вот, но это цвет пикап. Так, у нее ж немножко, помните, я вам говорила, они как-то их шили по-разному немножко, что у нее вот эти вот есть такие расширения по бокам, вот здесь вот. Вот здесь вот, вот. Ну вот, видно там, да. Вот так вот. Некоторые как-то шились они прямо вот так, а некоторые такие вот с такой вмятиной, здесь излом такой, да? Вот так вот красиво. И он стоит, этот излом, то есть он существует. Вот так вот, видите тут. Так. Так, девочки, значит, лавровый лист, большая Даксбери. Пекан, средняя Даксбери. Селия, бронзовый цвет, коричневый цвет, как хотите назовите. Хиллари. Это я их показываю дно. Так, это бок у нас. Лавровый лист, селия, средняя Даксбери, Хиллари и лунообразная. Значит, смотрим еще и кошельки. Специально положила к маленьким сумкам, чтобы видно было размер. Значит, я у нас пристегнучка называю card holder, да? Карточковый холдер. Сюда этот наличку на замке застегивается. Сюда фотографию мужа. Если нет, свою. Значит, и карточковые места здесь, да? Видели несколько раз. Популярны, очень популярны. Они легкие, эти кошельки, дешевые, поэтому их брали очень много. И во все помещаются, да? 55 стоили, $50 сейчас уценились. Картовый холдер, она же пристегнучка. Так, значит, идем дальше. Это у нас половинка с Сури, да. Мини-сури, маленькая сури, 125 стоила, очень хорошая оценка, 80. Они были уже 90, были 80, и остатки остались, их было у меня очень много. Они были популярны, потом как-то вы остановились с ними, и пришлось уценять, $80. Значит, мини-сури, $80, кошелечек. Мини-сури, $80, кошелечек. Сравниваем со всеми сумками, везде подходят. Везде помещаются без проблем. Вот этот поместится тоже здесь без проблем. Картовый холдер, пристегнучка. Уценилась. Значит, кошелек на кнопке. Очень популярный, мы его знаем. Значит, 125, 120, он, да, $120, смотрите. 125 он стоил, $120. Кошелек на кнопке, сверху для коинса. Очень популярный, несколько их у нас с вами было, помните, да? Вот, и все его почему-то покупали, хотели. Сейчас я вам скажу, смотрите, вот так вот влазит без проблем, входит в эту виду. И к тому же Вероника тоже была популярный кошелек, трехстворчатый он, да, 155 он стоил, и сейчас два раза он уценялся, и в данный момент $130, очень хорошая оценка, 155-130 долларов за такую красоту. Нет спасения от такой красоты. Трехстворчатый. Раз, два, три. Сворачивается он, да? Если на кнопке... Где на кнопке? Если на кнопке кошелек сворачивается два раза, то Вероника сворачивается три раза. Так, вот она вам. Вот так вот, если ее развернуть. Так. Ну и все. И все, остальное вроде бы там по тем ценам, которые, ну, не стала я показывать все. Ну, там, собственно, все, девочки. Пока, до свидания. С Новым годом всех. Всем здоровья, счастья и больше материального достатка, чтобы хотя бы иногда себе покупать то, что очень-очень хочешь. Раз купил, и ты очень рад. Не так ли? Например, бриллианты. Так, до свидания.